9 июня в Тюмени прошел открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному кроссу 2013 года. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из городов Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, Пытьях, Нягань, Мегион, Ноябрьск, Новый Уренгой, Тобольск и Ялуторовск. Сборная команда по мотокроссу «Газпромнефть» заняла второе место в командном зачете. В личном первенстве в заезде 85 кубических сантиметров абсолютным чемпионом стал мотокроссмен «Газпромнефти» Михаил Холодов. А с 21 по 23 июня гонщики «Газпромнефти» примут участие в первом этапе командного Кубка России в городе Каменск-Уральский Свердловской области.